конечно, это лучше, нежели играть с нашими ребятами из премьер-лиги, там, с первой лиги, потому что с ними мы встречаемся и в чемпионате, и мы о них знаем, а с командами, которые из-за рубежа, ну, с ними приятно встречаться, потому что с ними не играем, и сейчас мало международных игр.